Сегодня мы ведем учет всех, всех ставим на учет. Все предприятия проверяют, как бы так, все до одного. И до следующей пятницы все они будут проверены. Мы видим весь реестр, их потенциал, возможности, кто работает второй этап, сколько работает, куда платят деньги и куда, как складывается у них технология производства. Кто не умеет, тех должны научить. Кто не знает, надо подсказать. А кто не хочет, ну и тем более видит корыстные вопросы, те, конечно, надо будет просто отводить в сторону. Но это должно быть исключением, чем правило.